Кубка Федерации. Отмечу то, что во втором туре 14 игроков, то есть вообще, в принципе, основа у Витебска, в Витебской области, это Новополоцкий Химик, Каспирович. Седьмой страх, восьмой Василевич, вторая пара защиты, тем более атака, Шила, пас на дальнюю, но отбивается. Витебская область, хороши ребята в красной форме, еще один наброс, и шайба в сетке. Все-таки оказывается сетки 1-0, Минск выходит вперед. Это в любом случае, мне кажется, был не бросок, а именно наброс. Не совсем уверенно, в рамках сыграл потоже. В принципе, полная геометрия этой атаки. Пас неудобный на вершину, на синюю линию. Вот такой наброс, и не было никакого подставления. Девятка Колбаскин, третий Михович. Треть пара обороны и линия обороны Минска. Тем не менее, какие-то Витебской области очень здорово разбираются. Пас еще один под синюю, хорошо в консону. Есть бросок. Неплохая попытка в исполнении Кабуша. С первой попытки Горбацевич шайбу не накрывает, но тем не менее еще останавливает гол теперь Минска. Давайте еще раз посмотрим. Хорошая передача по чужую синюю линию, здесь без опеки. Наверное, в радиусе метра полутора никого не было до Яновского. Очень хорошая тройка у Минска. Каменецкий, Бельский, Яновский. Я уже отмечал, что с травой было. Еще момент, 2-0 сейчас становится. И забрасывает как раз Ленишевский. Говорил про другую тройку, но делает счет 2-0 в пользу Минска. Именно 11 номер. Увеличивает преимущество Минска. Вот здесь накрывает. Видимо, что очень долго принимал решение. Шалковский по этим душам получается. Это Шило, еще одна атака выходила, но получается Шило, хорошая подкидка, и пытался вернуть Никифоров. И все-таки шайба в сетке, 3-0, да, забрасывает Каспирович, предыдущим эпизодом не пользуется, там железо зазвенело, вот здесь уже мощно смотрится Минск. Вот такой выход 2-1, хорошая подкидка получилась Никифорова, решил вернуть на Шило, а здесь уже накатывал Каспирович и просто пробивает эти угол обстрела, но здесь не спасает свою команду. Вопрос, появится ли Гайкевич в рамке. Витебская, еще одна атака, еще одна ошибка, Бубнов спасает, 4-0 что-то становится, а вместо этого чувства, что это Василевич, и он оформляет дубль. Говорят про номера Минска, вот такой бросок, не удалось по итогу пятак почистить, и хорошее добавление, да, это был точно Яновский, пятый номер, похоже, Никифоров. Продолжается атака, может, на Лемешевского сыграть, тем более, что отклеился Лемешевский, и проходит передачу. Благо на синюю, но здесь еще одна потеря. Это контратака. Набирает хоть Никифоров. Никифоров, передача. 5-0. Как же они разыграли. Как же здорово все получается у Минска. Классный пас Никифорова. И еще становится 5-0. Забрасывает Шило. Здесь просто не совсем заметен. Еще одна передача, еще одна атака получается у Минска. Вот 1-0 и есть бросок, сейчас становится 6-0. Еще одна. Обрежь в вороне, который пользуется хоккеисты Минска, конвертируя в шестую шайбу. Здесь уже Захар Гайкевич вниз. Давайте посмотрим. Вот такая передача и просто убегает. Это не Михович, показали Миховича, это точно был не он. Забрасывает Батурин, 19 номер. Очень тяжело, Гайкевич играет гол при Минске. Пас еще один. Здорово, это был Кабуш. Ну и попытка Кабуша найти, если бросить здесь. Но... Сейчас важно отбиться и поменяться. Хорош, Рудомыло. Как классно. Еще один бросок. Хорош, Гайкевич. Теперь была победа над Брестом 3-1. Пока удается в сухую обыграть Витебскую область. А вот теперь момент может получиться, передача хорошая, нет, правда, броска. В Русской области в следующем туре Белорусской Лиги Федерации не будет, команда пропускает тур, который будет 9 декабря. Еще одна атака, ну вот хороший момент, Мицкевич прощает сейчас Минск. Давайте посмотрим повтор, очень хорошая атака. Похоже, что Садовик очень классный передача в области, плюс одна добавилась еще вторые 15 минут игры, Сосновский, есть наброс, было подставление, Гайкевич. Спасает Захар Гайкевич, и вот она небольшая потасовка, там Шалковский и, похоже, Ващенко. Но отмечу, что сегодня еще играет Могилевская область. Бубнов хорошо в рамке. Еще одна атака, пас на пятак. Сосновский. Еще одна передача на Шило, здорово разыграли. Сосновский. Я отмечу то, что очень здорово защитник, в первую очередь, Минска видит площадку. И еще один бросок в ворота Бубнова, он спасает команду. До Перетипской области, это уже 600.
Хорошая передача, на этот момент может получиться Витебская область. И еще один бросок с неудобной. Первый, второй, но Мозоль шайбу накрывает. Он спасает свою команду. Мурашов, Садовик постоянно с новыми партнерами на льду. Томицкевич, то теперь уже Кабуш. Вот первый бросок с неудобной, второй, но... Да, сейчас на самом деле еще бросок. Это 7-0. Хорошая атака получается, очередная у Минска. И неужели забрасывает Никифоров? Да, это шайба 18 номера. Сегодня 1 плюс 3-4 балла у Никифорова. Сейчас, мне кажется, главным бухгалтером, который сейчас за Минск и Динамо выступает, Вячеслав Основин. Домой нужно бежать. Будто дом горит, но сейчас этого не получается. Витебская область и забрасывает. С точки зрения бросков, да, на выигранных брасываниях, конечно, большой перевес у Минска. Еще одна попытка. Хороший бросок у Минска. И при этом ни одной шайбы у Витебской области. И 7 у минчан. Еще одна атака. Бубнов спасает 0. 21 выиграем брасывание. Это 8-0. Это 8-0. Классный гол еще один. Никифоров. Я не знаю, что творит этот парень. 21 выигранное брасывание у Минска. 11 точек у Витебской области. И 6 минут штрафа у Минска. Давайте посмотрим. Не успевает ближний угол закрыть. Логвинов. И все. Звучит финальная сирена, которая фиксирует победу Минска со счетом 8-0. Минск обыгрывает Витебскую область. Команда набирает еще 2 очка. Первое место в турнирной таблице и 4 балла после 2 поединков. Поздравляем, конечно, болельщиков Минска. Поздравляем команду. Очень хороший поединок провели. Ну и плюс у Горбацевича и Мозоля сегодня шатаут.